какой-нибудь оговорила. Например, он на заводе, обычную жизнь берем, он на заводе делает детали, вот у него линии, он произвел 1000 деталей. Ему невозможно прийти сказать 2000 деталей, он знает, не обманешь его тут, что емкость там вот этой линии такая-такая, производство такое-то. В нашем бизнесе человек пришел, он умеет и знает, он продает, новичок. Ему нельзя сказать, ну коктейли же стоят 2800, что бы не продавать. Он тебе скажет, ты что, дура, они стоят 4200. Понимаешь, вот тут. Именно из-за того, что у него всего вот такое количество знаний и навыков, видения этого бизнеса, у него такой результат. 3, 6, 9%. Знал бы больше, он был бы 100%. Ему вот этого фундамента не хватает стать вот таким. Понимаешь? Еще раз, деньги тут. Не может человек зарабатывать вот столько, имея вот столько знаний. Это будет, смотрите, это будет не треугольник, это будет узенькая полосочка. Не может, и поэтому вот здесь, например, народ говорит, ой, Путин, они вот отсюда, блядь, судят вот сюда, извините, а чё, не снимай, а чё он вот так не введёт войска, вот так не разбомбит? Вот тут она сидит дома, политический обозреватель, диванный, военный генералиссимус. Ну вот я вам на дурацком примере показываю, да? Мы тут не знаем даже, что вот тут происходит. В рамках военной ситуации. Мы не знаем вот тут, а уж вот тут вообще мы не знаем, что по нему. То же самое в нашем бизнесе. Он знает вот столько, его знаний и видения хватает вот на такой уровень. Поэтому у него зарплата в Oriflame 8-9 тысяч рублей, и он менеджер. Хочешь директором стать, тебе нужно не вот так идти, так ты не получишь. Тебе нужно вот сюда расширить. Сначала расширяешь основание. На это основание надстраиваются деньги. Основание расширяется за счет масштаба. Ты должен видеть горизонт. Видишь, горизонт чуть шире стал. Понятно? Да. То есть мы сюда должны добавить информацию о продукции, маркетинг-план. А то, знаете, он такой хочет стать директором, начинает спрашивать, какие способы закрытия статуса директора есть? 7500. Три варианта закрыть звание директора существует. И это не только вертикальное построение. Разные способы есть. Как только он начинает получать дополнительную информацию, он начинает в этом отношении развиваться и становиться более профессиональным. Автоматически подтягивается результат. Он становится директором. Угу. Дальше. Легко на уровне директора сидеть и говорить, сидите там у себя на топ-100, блин, и ничего не можете сделать. Молчите, у нас СПО закрывают. Деньги уменьшили. Ну, я вам пример привожу. Заказов нет. Почта России ни хрена не работает, еще что-то. Ну, просто, чтобы вы понимали, мы не идиоты, тут не сидим, не молчим. Но у нас есть чуть больше информации. Чуть-чуть больше. Не могут платить за СПО, потому что тогда они вынуждены сократить премию. Выбирайте, СПО платить по 3% или по 8%. Но если будут платить по 8% СПОшникам, тогда ни один директор не получит 100 тысяч рублей, ни один старший не получит 150. Понимаете или нет? Все. Для того, чтобы подняться на уровень там, бриллиантового директора, от директора к бриллиантовому, не надо 5 лет, не надо говорить, что через 5 лет я сделаю. Или больше рекрутирую, больше вот это дело, больше. Не через 10. Ты сначала ты расширяешь фундамент. Думай, говорят же, начни думать, как бриллиантовый директор. Не делать, а думать. Когда ты начинаешь думать, бриллиантовый директор думает 6 группами. Он не думает. Одна регистрация в день. Это этот думает. Вот этот. Директор говорит, чтобы наращивать объем, удерживать объем, одна регистрация в день, 5 звонков, он чек-листа разговаривает. 5 звонков в день, 5 активных, 5 неактивных. Я что-то упёрла с тебя. 15 лет, это уже не продажи, но в целом. То есть он, еще раз, видение, мышление, масштабы бизнеса заключаются в подходе к будущему. Парадигма взгляда, да, давайте так скажем. Парадигма. Бриллиантовый директор изначально думает группами. Значит, у него рекрутинг на 6 групп. Голова болит. Да, ведь? Активность на 6 групп. Лидерские показатели на 6. Здесь у него есть 3 лидера, здесь только один. Здесь вообще никого нет, групповые обороты. То есть он сначала тут наращивает другие книги, другие планерки. Он проводит планерки. Этот ходит на планерку. Этот начинает проводить, а бриллиантовый собирает. Да, понимаете? И за счет того, что он тут увеличил, у него начинается вот. Все, доход не может быть другим.
треугольник такой долго не стоит, рухнет. Почему? Если не развивается, если вот сюда не уходит. Я. Во все вы, во все, что с нами происходит, несмотря на то, что у нас командный бизнес, нельзя винить лидеров. Люди говорят, ну, мужчины, не воруй у нас, а поняла вот так, давай.